Новый модуль шифрования для информационной безопасности. Швейцарские компании Swisscom, SIX и Zürcher Kantonalbank совместно разработали модуль шифрования, который запрещает определенные типы информации к просмотру другим сторонам. Группа компаний получает поддержку со стороны Швейцарской комиссии по технологиям и инновациям. Руководитель проекта Матиас Бучер сказал в своем заявлении: «Наше решение о конфиденциальности прокладывает путь для использования блокчейн Эфириума на финансовых рынках».